2 июля 1941 года Военный совет Московского военного округа принял постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение. Всего за 5 дней в столице сформировали для отправки на фронт 12 стрелковых дивизий, понеся страшные потери. Осенью 1941 года ополченцы не дали врагу прорваться к Москве. Ценой своих жизней добровольцы спасли столицу в самые трудные дни войны. Несмотря на все трудности, ополченцы проявили себя реальной силой, способной противостоять врагу. До сих пор точно неизвестно, сколько всего их погибло летом и осенью трагического 1941-го. Каждый второй, 3 из 4, точных цифр потерь нет до сих пор. Но понеся невероятно страшные потери, ополченцы не дали врагу прорваться к Москве. Посвящается москвичам, которые, зная, что идут на верную смерть, своими жизнями оплатили свободу своей родины, своей любимой Москвы. Надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Может, она начинает.